Здравствуйте, уважаемые господа. Мои сани приехали вас поздравить с наступающим Новым годом. У нас Дед Мороз везет сегодня. Да. Что-то бурновато, Дед Мороз. Дед Мороз бежит. Милая девушка, Дед Мороз репетирует. От улыбки станет себе светлее. Помните такой мультик, а? Конечно. Поделись улыбкой своей, и не раз она к тебе еще вернется. Стишок не надо рассказывать? Если не расскажешь... За поездку. Если расскажешь стишок, с меня будет подарок. Да? Да. А длинный стишок надо рассказывать? Ай, красавица, расскажи любой стишок, получишь маленький сюрприз. Мальчик на остановке мне уже успел рассказать. Да? Да. Блин, надо успеть, пока мы не доехали. Милая моя, постарайся уже, да? Стишок он любой красивый для меня будет. Только с выражением, пожалуйста. А хорошо. Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе дуб. И то, и днем, и ночью кот ученый. Все ходит осенью. Все, стишок закончился? Нет. Меня этот стишок устраивает, он мне нравится. Но в любом случае, мой гостинец все равно... Ой, спасибо большое. Вам спасибо. Все были водители такие. А какой стишок вам рассказывали еще? Я не помню, я просто слушал, ну, как вы понимаете, мальчик. Я остановился на остановке, мальчик с мамой стоит. Я ему: дорогой друг, здравствуй, я приехал поздравить тебя с наступающим Новым годом и готов тебе вручить маленький сладкий гостинец. Что такое? Ага. Готов стишок искать? Да, он наконец серьезно, да, готов. Я стоял, слушал рассказы, я не знаю, я не слушал, понимаете, да? Мама была тоже довольна, он тоже был доволен, ну, хочу спасибо побольше. Ну, я говорю, человек три со мной селфи сделали, можно с вами селфи? Все автобусы не сигналили. Я в пятерку специально пошел просто порепетировать. А? Молодец. Вообще. Это супер. Зачет вам. Спасибо. Я сейчас с людьми ехал, он говорил, что не пугайтесь, буду костюм Деда Мороза. Я сказал, на Алике Шива обустил. Заранее готовились. Они говорят, жди, когда в болталке будет. То есть вы до Нового года будете катать Деда Мороза? Ну, буду пробовать. Ну, просто тяжело, вот мне надо научиться, вот, чтобы не лезло в глаза, видишь? Глаза не скрывал, да? Реально, они лезут, шевелюры эти. Ну, это очень здорово, очень. Вот говорил, что рано, а некоторые вчера мне уже с наступающим, когда приезжал, мне говорили, с наступающим вас, я вас тоже. Я думаю, уже в тему, пора. Пора, я, да. Помните, я говорю, от улыбки станет все светлее, это же золотые слова. Поделись улыбкой своей и не раз активируем. Позитив любой, вообще прям. Уважаемые дамы и господа, наша поездка приближается к концу. Хочу успеть вам пожелать хорошего начала продолжения дня, отличного настроения, берегите себя и, конечно же, с наступающим Новым годом вас. И вам того же, взаимно. Спасибо, спасибо большое. Не часто встретишь, да? Вообще, не каждый раз в жизни, скажу так. Чтобы Дед Мороз вез домой. Да, случаются сказки иногда. Да. Хоть бы они почаще будем в жизни. Боже.
год. Сами усилия приложите, будет сказки, и будет все великолепно. Вы большой молодец, что вы до сих пор верите в сказки и дарите такую надежду людям. Спасибо вам. Так, сейчас скажите, где мы остановимся? Так, после двух больших подъездов там будет высокий бескрайний.